Если честно, мне вообще непонятны вот эти санкции, от чего они, почему они возникают. Вот честно, вот для меня, мне кажется, что вот в каждой стране у нее есть много проблем, есть много своих каких-то дел, которыми надо заниматься, да, вот я не понимаю, вот почему вот, при чем тут вот они и мы, и вообще, я не понимаю, честно, для меня это большая загадка, вот, а о том, что отдыхать можно и в России, конечно, можно, почему нет, и, конечно, хочется посмотреть весь мир и все остальное, но, может быть, пока такая ситуация, можно и в России отдохнуть, ничего плохого не вижу, очень хорошие у нас места есть, очень большая страна, и настолько разнообразный у нас и климат, и ну, все что угодно можно найти, от лыж, я не знаю, от горнолыжных курортов до моря, и пляж, и исторические места очень интересные. Поэтому я думаю, что не будет это как-то ущемлять.